Всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение Диабло 2. Находимся мы в Харагате. Попросили меня немножко вебку вниз спустить, чтобы вы могли видеть название локации. Мне, в принципе, не сложно. Я надеюсь, что сейчас вы, в принципе, видите в правом верхнем углу название локации. Сегодня задачка следующая. Максимально продвинуться к развязке 5 эпизода. Не знаю, мне получится или нет. Надеюсь, что получится. Находимся мы на Ариадском плате. Здесь, конечно, в принципе, сложности нету. Единственная сложность то, что локации большие, действительно. И достаточно много времени уходит на то, чтобы в целом зачистить их. Так, зелье восстановления я, пожалуй, возьму, почему нет. Так. Мой напарник, как всегда, какие-то дебри забрел. Ладно, я надеюсь, она справится там. На самом деле, с точки зрения дизайна, вот эта вот локация, да, и 5 эпизод очень интересно сделано, потому что зимняя атмосфера и... Так, что там упало? Аметист. Зимняя атмосфера... О, еще и руна упала. И Диабло 2 это что-то такое, знаете, противоположное друг другу. И очень интересный экспириенс получается. Катапульта разбиваем. Листатели их, короче, делают так, чтобы вот эти жабоподобные существа, я не знаю, как их назвать, взрывались. Но сами по себе они не особо опасность представляют. Так, превосходное что там? Не, девичье копье. Ну, не нужно в целом. Пусть она разбивает вот этот столб. Замечательно. В принципе, неплохой танк по прокачке у меня получился. Единственное, в идеале бы хотелось бы немножко больше сопротивляемости стихии. Так, кольцо выпало. Я, кстати, все деньги положил в банк. Предусмотрительно, мало ли здесь что-нибудь такое будет. Не очень хорошее, мягко говоря. Так, давай-ка я эти зелья отдам. Спасибо тебе. Идем дальше. Локация. Прикольно, вот такие проходы, тоже механика. Разбитие стен. Так, кстати говоря, нужно купить книгу. Ну, не книгу, а свитки городского портала. Они во втором Диабло названы «Свитки возвращения». Ну, я по старинке говорю, называю их как в первом Диабло, городской портал. Так, окей. Кстати говоря, 40% до левелапа. Давайте вот сюда вот пройдем. Где у меня напарник ходит? Непонятно где. Так, давай-ка сюда, проходи. Слушайте, а ее там фигачит. Спасибо. И фигачит. Где она там находится? Кто-нибудь ее видит?
Я ее не вижу. Понятно. Меня тоже практически разнесли. Не знаю, она где-то там застряла. Как всегда. А когда локации такие, знаете, не коридорные, то ваши спутники... Спасибо тебе. Я уже неоднократно это говорил. Они застревают. Окей. Так, лачуга. Можно, конечно, в принципе, дальше идти. Можно немножко опыта набраться. Опять пробежаться по этим краям. Давайте немножко пробежимся. Вот мы здесь были. Хотя мы не везде были, на самом деле. Так что давайте-ка. В любом случае, исследуем. Большая очень локация. Запутанная в каком-то мере, можно и так назвать. Касательно прохождения, ребят, на уровне Hell, или адское прохождение, или, проще говоря, после завершения игры на обычном режиме, я так понимаю, открывается возможность поиграть легендарный Diablo 2 на уровне сложном. Конечно, это заманчиво, но после какой-то паузы в любом случае хочется поиграть в другие проекты. А Diablo 2 немножко отдохнуть. Тем более мы, по сути, в течение последних месяцев прошли, получается, первый Diablo. И вот второй Diablo на подходе. Вот-вот уже пройдем. Так что давайте в любом случае вернемся к Диабло, это я вам обещаю. Мне хочется посмотреть, насколько я буду хорош своим персонажем, которого раскритиковали на самом деле в комментариях из-за отсутствия прыжков и то, что я не прокачиваю рев, а просто делаю классического такого танка. Ну, по сути, ерунда, наверное, скорее всего. Да, вот смотрите, у моего напарника броня вообще какой-то космической защиты, 234. По крайней мере, на уровне Normal я не видел более высококачественные доспехи в плане уровня защиты, опять же, повторюсь. Так, отлично, умения у меня прокачались. Буду лучше бить. Как нельзя, кстати. Так, штурмовой шлем. Прикольный, на самом деле. 32, но у меня получше будет. Так, а у напарника... Напарника вообще кайф. Напарник одет даже в некоторых моментах лучше, чем я. Ну давайте вот это вот возьмем. Не хочу особо много тут пропускать, на самом деле, видите, есть зоны, где я вообще не бегал. Так. В идеале, конечно, чуть побольше урона надо. Потому что не хватает немножечко. Будем откровенны. Так, спасибо, катапульта тебе. Там работает. Надо быстренько подбежать. Понять, где она работает. Здесь вообще закрыта какая-то зона. А, ну вот и катапульта.
Давайте зайдем. Замечательно. Минус катапульта. И вот этих больших ребят надо уничтожить сразу же. Не хватает на самом деле уникальных противников, чтобы с них что-то упало интересное. Обычные приходят. О, вот это интересно может быть. Только единственное, что мне убрать. А что это за руна? Почти 7% урона. Вот это топ на самом деле. Слушайте. Короче, совершим вояж. Совершим вояж. Скорее всего, моя броня получше будет. Есть такое предположение, но надо же проверить, правильно ведь? Так, здесь уже две штучки. А здесь три. Здесь три, между прочим. Давайте тогда сделаем следующее. Не знаю, буду ли я когда-то это использовать. Возможно, и буду, на самом деле. Вот как раз-таки мне эти все камешки, возможно, пригодятся на уровне Hell, когда я уже буду по-новому кругу с первого акта выбивать какие-то, возможно, высокорейтинговые вещи и вставлять в них вот эти всякие ачивки. Прикольный камень. Читы плюс 24 к защите. Вот это, конечно, топовая абсолютно тема. Так, что еще тут? Руна, да? Хорошо. Давайте руну все-таки оставим. Кстати, руна очень классная. 7% здоровья за удар. Классно. Выпадет меч, буду думать. С гнездами, которые... Так, что еще? Мне бы... Дегарда Каина повидать, чтобы он не идентифицировал предмет. Не хочется тратить. Свиток. Добрый день. Так, ну что это за предмет? Уменьшает время заморозки. Ну, на продажу сейчас. День добрый. Так, тебе нельзя. Здесь я не пройду. Пойдем к бабусе. Сходим. Добрый день. Так, пожалуйста. О, кстати, 4000 стоит. Неплохо. Что у тебя еще есть? Ну, у нее все магическое, да? И книги. Понятно. Наверное, я сейчас пополню свой запас. На всякий случай. Кстати, у нее дороговато продается все. Не делает скидку. Ну да ладно. Ну вот так по максимуму сделаем. Все, идем за броней. Перегружен. 90 базовое значение. Давайте посмотрим. Плюс 2 к ловкости, плюс 13 к здоровью, 11 сопротивление льду, 19 сопротивление яду, минус 1 урон. Прикольная броня, но меня начинает бомбить. Ладно,
ребят, здесь не до обсуждения. Короче, что я хотел сказать. Прикольная броня, действительно, но будет все равно моей проигрывать в качестве уровня защиты. Для меня это первостепенно важно. Я не могу нести. Еще один. Конечно. Ну и напарнику такое давать. Его хотя бы не пробивают. Там у него вообще безумная броня. Ну сейчас будет пауза, я присмотрюсь, конечно. Но, в принципе, я своей броней доволен. Пойду катапульт уничтожу. Так, и где я не был? Смотрите, до сих пор бьют катапульты. Противоядие, да, не нужно оно мне. Здесь такой пустырь вообще, смотрите. И ничего нету, да? Поле. О, кстати говоря, легкие рукавицы, зелененькие. Но они зеленые, я никогда в жизни не соберу не сет. Могу. Давайте уже будем объективны. 9 защиты, да? Сопротивляемость льду 30%. Так, ну здесь 4, 1 ловкость, 5 льду. Короче, я окей, беру их. Вы меня уговорили. Здесь я, по сути, теряю только сопротивляемость молнии, получается. Сопротивляемость молнии у меня 20, но зато льду я практически неуязвим. Становлюсь. Сейчас пробегусь назад, посмотрю, что вообще там пропустил. Ну, хотя, знаете, в целом я все там обошел. Давайте не возвращаться тогда. Так, где же там катапульта работает? Все понятно. Только катапульта. Наконец-то я сменил перчатки, да? С первого акта, по-моему, в них бегал. Ну, хорошие выпали перчатки, поэтому и бегал. Еще одно кольцо. К сожалению, синие. Могли бы уже давать желтые почаще. Угу. Я, кстати, кое-что неправильно делаю. Вот так вот заменим. Какой-то флаг, смотрите, тут развивается. Видимо, их флаг бала, армии бала. Так, ну все. Идем дальше. Здесь сэнл всех замочили. Где же там переход-то? Такая огромная локация. Взрывается. Потому что тут листатель ходит. И, кстати, маг.
немножко золота было. И варвар расфигаченный. И тут варвар тоже убитый. Да, здесь аж до этого момента варвары сопротивление выставляют и дают отпор демонам. Хотя мы уже достаточно далеко так от города пробежали, как по мне. А что там по заданию у меня? Поищите Аню в ледяных пещерах. Поищем, конечно. О, смотрите. Такие клетки. Но это тюрьма была, да? Понятно. Так, а там нету прохода случайно? Как-то странно это все выглядит. А, нет. Углубление такое. Прикольное. Просто в скале. Во. Интересно то, что тут дополнительные локации представляют собой порталы, по сути, преисподнюю. То есть нечто подобное мы уже сюда забегали. Не помню, как, правда, локация называется, но вот в предыдущем видосе можете посмотреть, тоже портал был. Ну сейчас сходим обязательно. Только немножко вот этих вот ребят поубиваю. Как же без них? Окей. 20% осталось, между прочим. Так, а здесь тупик уже, да? Понятно. Так, ну ладно, я иду в портал. Схожу. Я надеюсь, там левелап получу. О, не, подождите, ребят. Здесь кое-кто против. Заморозил просто. Прикольно. То есть у меня как бы такой эффект появился, что демоны вообще застывают, как будто я Sub-Zero какой-то. Так, ну, кстати говоря. А, она ждет, пока я раскачаюсь. Окей. Напарник пока не качается. Он 30 уровня. Ну, побежали. Пропасть Ахерона. О, знакомые рыцари. Ну, здорово, ребят. Тысячу лет вас не видел. Еще бы столько бы и не видел, на самом деле. Так, стреляй, пожалуйста. Опасные товарищи, тут ничего не скажешь. Ну-ка, расстреляй их, иди-ка сюда. Ты можешь стрелять? Вот почему тип амазонки офигенный. Смотрите, что она делает. Она просто может на изи разобраться. Вот и все. Мне можно почилить просто. Они вообще ничего не могут сделать. Все, минус большая группа. Ладно, этого в одиночестве оставим. Сейчас доберемся.
Так. Ну, обычно вот эти вот локации дополнительные, они небольшие. Так, наберем, конечно. Прикольная такая повозка огромная, но я уже обращал на нее внимание. Интересный такой элемент дизайнерский. Так. Интересно, тут сундук будет тоже в конце получается или как? Ну туда мне не пройти, к сожалению. Она просто их замораживает, на самом деле, практически в ноль. Видите, они просто не двигаются даже иногда. О, кстати говоря, она кого-то там начала расстреливать. Ты бы лучше с этих рыцарей расстреливал. Так, а там? Понятно. Там какой-то дядька суровый. Ну иди сюда. Придется удрать. Что я могу сказать? Неожиданно. Это невозможно. Идем, что ли, за напарницей? Как-то ее быстро скрутили. Так, ну во-первых. 6000 стоит, а? Распознай, пожалуйста. Так, смотрим. Ну, это мы продаем, понятное дело. Здесь все-таки 108. Ну, в два раза у меня класс брони, понимаете? В два раза. Это существенно. А кольцо? Ну, кольцо такое себе. Короче, раз, раз. Идем продавать. Как раз-таки компенсируем потерю день добрый. Денег. 15 тысяч, между прочим, стоит эта история. Может, что-нибудь... Камешек какой-нибудь положить? Давайте я посмотрю. Между прочим. Так, и еще... Вот это вот кольцо надо продать за 1200. Пойдем посмотрим по камням. Что у нас есть? Так, в броню, да? Атакующий 14 урона получает. Прикольная эта тема, как вы считаете? К здоровью восполнение идет. Плюс 8 к ловкости. Магический предмет. Вот это интересно на самом деле. 10% к урону добавляется и 5 к ловкости. Я бы вот это поставил, например. И атакующий получает... Просто вряд ли я в ближайшей перспективе найду оружие с гнездами. Но если найду, что-нибудь другое вставлю. Давайте, короче, я сделаю следующее.
пусть атакующий получит урон. И сейчас я смотрю, как это работает. 8161, да? Допустим. Ну, немножко добавило на самом деле. Ну ладно, почему бы и нет. Не помешает, как говорится. Чуть покрепче стали. Окей. Теперь. Давайте я еще починю броню. Не, вон те рыцари, конечно, которые на нас напали. Достаточно крепкие ребята. Прикольно то, что они отошли за это время погулять. И, возможно, это их ошибка на самом деле, потому что поодиночке... Ну, давайте поодиночке. Так, стреляй, пожалуйста. Отлично, она стреляет. Ну, нормально, сойдет. Лук. Ну, слушайте, по-моему, лучок у нее получше. Желтенький. Я даже не буду идентифицировать. Все, справились. Еще один рыцарь. Сильные тут, конечно, рыцари. Ладно, сейчас доберемся до сундучка. Я думаю, нам все компенсируется. Давайте сюда зайдем. Почему нет? Видите, он просто застывает на месте. Прикольный эффект. О, отлично. Давай их отсюда. Накромсай. Я не против. Так, еще чуть-чуть и будет левелап. Так, только не говорите, что мне здесь не пройти. Но с другой стороны, это просто рай для моей амазонки. Давай, расстреливай. Нечестно, конечно, битва, но... Так, ну ты не попадаешь, да? Ладно, она не попадает. Давайте обойдем. По-честному с ними разберемся. Давайте на мосту. Левел ап. Подъехал. Здесь достаточно много этих засранцев, на самом деле, смотрите-ка. Так, разобрались. Окей. Хлестателей много. Что я могу сказать? Ну-ка, стреляй. Так, замечательно. Здесь, конечно, камикадзе, взрывающийся, немножко доставляет неприятности, но так, в целом. Ничего сложного. Но эта локация, по-моему, чуть даже побольше. Предыдущий дополнительный. Просто кажется, на самом деле, не знаю.
по первым ощущениям. Так. Так, подожди, туда не иди пока что. Мне интересно, что у нас тут. Здесь у нас ничего нету. Так, умение. Чуть попозже я прокачаюсь. Скорее всего, защиту, либо к стихии. Либо обычную защиту буду прокачивать. Это, по-моему, уже 31 у нас уровень. Если я не ошибаюсь. Смотрите, что тут за безумие происходит. Мне кажется, амазонка как-то быстрее прокачивается. Смотрите на это, да? Нет у вас ощущения, что амазонка быстрее качается? Вот я... Параллельно еще играю за амазонку, на самом деле. Я в первом акте нахожусь, у меня там уже 15 уровень у нее. А у варвара сейчас 31, хотя я уже в дополнительном эпизоде играю. Там, кстати, реально демоны застывают. Смотрите. Прикольно. Ну ладно, идем к ним. С остатками разберемся. Здесь реально в этом подземелье их достаточно много. Предыдущее было подземелье поменьше. Это нужно признать. Так, окей, здесь все обошли. С такими темпами я не доберусь до ледяной реки. Где нужно спасти Аню. Ну, видите, они просто реально на одном месте застывают. Это прикольно. Это, наверное, эффект реально у амазонки. Все, добрались. А там что за ребята стоят? Или мне показалось? Ну ладно, добрались и добрались. Ну, как всегда, ерунда полнейшая. Что я могу сказать? Франциско, Фламберт. Но они не будут лучше, чем... Я, конечно, могу взять, знаете, чисто на продажу. Где тут? Я не могу нести больше. Да понятно. Допустим. Интересно. Но опять же таки. Так, ну во-первых, наверное, так вот сделаем. На всякий случай. Так, смотрим. 54-172. Не, ну похуже, конечно. Конечно, похуже. На продажу нормально. Дополнительные деньги. Так, ну все, уходим отсюда. Прикольный данжен.
которому левелап мы заработали. Но вот амазонка реально лучше раскачивает. Смотрите, она уже наполовину раскачана. И вот я сейчас реально для интереса играю за амазонку. Первый акт, повторюсь, и уже 15 уровень. А я еще там не дошел до первого босса. Так, ну ладно. Выходим. Давайте прокачаются. Так. Природная стойкость плюс 3, да? У меня. Плюс 2 сейчас. А, 3 сейчас. Следующий уровень. На 7% еще все возрастет. Но у меня, видите, сопротивляемость льду уже 75%. 75. То есть у меня максимум. Дальше нельзя уже ничего сделать. На 10% могу броню повысить. В принципе, если сейчас я вкачаю природную стойкость, да, то в целом я уже практически на максимум сопротивление вот это прокачаю. Наверное, скорее всего, ее я и вкачаю. Пусть. Отлично. В следующий раз я уже буду качать классическую защиту. Зелень нет. Сейчас. Подождите, ребят. Не хочет что-то наш товарищ брать зелень. Ну, из-за того, что у меня на первой ячейке там другие выставлены. Кольцо, самоцвет. Почему нет? Особенно самоцвет. Давненько я вот этих вот огромных чуваков не видел. Вот, так это еще и уникальный демон. Может, за него что-то дадут? Интересно. Исцеление, исцеление. Широкий меч. Не хочу подбирать, мало вероятность того, что там что-то интересное будет. Я, кстати, вижу проход, скорее всего, вон туда направо. Но здесь ледяные пещеры, между прочим. Еще одно кольцо. Уже два кольца я нашел. Сейчас я пойду в ледяные пещеры, потому что нужно завершить все-таки задание. Давайте посмотрим, кто там живет. Может, пауки? Да, реально ледяные, смотрите, пещеры. Нет, здесь демоны. Рыцари. Которые были в преисподней. О, какие-то птички. Похоже на гарпии. Но не гарпии. Надеюсь, что успеем спасти. Никакой сложности они на самом деле мне не предоставляют от слова совсем. Ледяной ходок. Ну вот они, наверное, замораживают, да? Скорее всего. Но очень медлительны. Смотрите, насколько они медлительны. Это просто идеальная цель для... Смотрите.
Он просто еле-еле, он даже не может дойти. Понятно. Не, ребят, с таким набором демонов... Вы, конечно же, быстро проиграете. Так, ну где? Это одноуровневая локация. Значит, в этой локации все будет решено. Я не могу нести больше. Да ладно. Можешь ты, конечно. Вот эти, наверное, самые опасные. О, уникальный. Жирный, кстати, достаточно, нужно признать. У меня напарник бьет зачем-то в стенку. Так, отойди, пожалуйста, вот сюда вот. Так, замечательно. Ну, ерунду полнейшую дали, как всегда. Я перегружен. Так, окей. Идем дальше по этому длинному коридору. Вот эту локацию я вообще не помню. Так, до свидания. Спасибо. Опасные демоны. Боевой посох. Денег стоит, я знаю, но не буду брать. Лень. С деньгами пока все окей. Тем более есть на продажу там кое-что. Уже в инвентаре кольца и меч. Талисманы вообще не падают. Гладиус. Он же мало бьет, да? Да. Слишком мало он, конечно, наносит урона. Тут кого-то замочили. Идем параллельно тому коридору, в котором уже были. О, самоцвет упал. Упал какой-то обычный, если не ошибаюсь. Ну да, ну ладно, я возьму, конечно, но это позорно давать первого уровня самоцветы, по сути, в этой локации. Мне интересно, какие вещи будут падать на сложном прохождении. Там же что-то изменится, правильно ведь? Да, вот мы круг сделали, между прочим. Давайте сюда пойдем, ладно. Сопротивление льду, это, конечно, хорошо. Но мне, по-моему, и так максималка, да? А, я еще это не прокачал. У меня лед, да, 75% в целом. Давайте плюс 2 к живучести. 374 жизни у нас стало. Так.
О, кстати говоря, еще один спуск. Не понял. Теперь понял. Так, ребят, вы чё? Минус напарник. Ну ладно, в одиночку справлюсь. Что же делать? О, бритвенный лук. Интересно, что это значит? Ладно, идем в любом случае. В город. Минус бабки. День добрый. Так. Ну, в принципе, окей. Так, что хотел? Декарт Каин, где он там? Добрый день. Все, смотрим. Плюс 3 к здоровью. Ну, это продавать надо в целом. Короче, все продаем. Ключи надо купить. Что тебе нужно? Ну, продать сначала меч за 2000. Потом вот эту ерунду. 1700. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Ничего не потеряли. После воскрешения. Так, а у тебя есть ключи? На это, наверное, у бабки есть ключи, да? Приветствую. У тебя ключи. И у тебя нет ключей. У кого ключи, ребят? Где же два торговца, по-моему? Или я ошибаюсь? Смотрите, какие, а? Красавцы. 45, 45. Так. Да никто не продает ключи. Ладно. 25 тысяч я тут заработал. 136 уже в банке. Давайте смотреть. Но я думаю, ерунда. Все равно проверим. 4% здоровья за удар. 8,22. Это мне пригодится. Намного это хуже, пригодится. К сожалению, будет пить. Нет. Мимо. Единственное, я возьму на продажу. Мне кажется, дорогая вещь. Ну, относительно дорогая. Ладно, идем искать Аню. До конца мы еще не дошли. К замерзшей реке. Угу. Я понял. Но подождите, мы еще не все исследовали. И, кстати, предыдущие локации мы еще там до конца не дошли. То есть много куда можно идти еще. Так, а у тебя сколько до левелапа? Практически все уже. Это такой портал. Красивый. Ничего не скажешь.
Где красиво, там красиво. Очередная порция сирен. Они мне больше либо сирен, либо горгули напоминают. Ну, не горгули, а больше, наверное, сирен. Так, отпустите меня. Так, ну ты впритык встань еще, пожалуйста. Напарник, конечно. В последнее время минус бабки просто для меня. Тут напарник. Приятные ребята. В том плане, что достаточно хорошая у них защита. Но в целом ничего тоже сложного нету. Да, замораживает, но мне вообще пофигу, смотрите. Прикольно здесь, смотрите-ка. А в оригинале вот так было, да? Ну хорошо. Так, ну наконец-то талисман упал. Просто праздник какой-то. Может, даже заменю? Еще один талисман. Просто пушка какая-то, смотрите-ка. Еще и маленький. А здесь большой. Давайте смотреть. Так, маленький. Плюс один к силе. На продажу. Я даже его выкину, наверное. Плюс 9 к здоровью. Ну, вот все прикольные на самом деле, реально. Но, к сожалению, тоже. Тоже минус. Не повезло. Мне получше. Так, прокачался. Наш амазонка, ты только уходи отсюда, пожалуйста. Так, еще тут ледяные демоны. Классная локация. Большая. У нее, кстати, какие параметры сопротивления? 56, 56, 56. Прикольно. Слушайте, а здесь можно и выйти, ничего себе, куда? Прикольно. Здесь еще на одну локацию переход. Будем знать. Ледовый ход. Получается такой центральный подземный переход, да? На несколько локаций, по сути-то. Но сейчас мы к замерзшей реке, конечно, пойдем. Шлем, да? Ну, он хуже, чем мои, чем у напарника, тем более. Так, а вы вас, я, ребята, не ожидал тут встретить, на самом деле. Так, ну ты еще ближе встань, пожалуйста.
Где я еще не был? Еще вот здесь вот не был, на самом деле. Вот в этой стороне. Обратите внимание на положение амазонки сейчас. Просто стоит, короче, за стенкой. Чилит. Ты там застряла, что ли, или что? Все окей. Зачистили. Ну что, теперь можно идти в целом-то? Пойдемте. В замерзшей реке. Я не могу нести больше. Там, видимо, какая-то отдельная небольшая локация. И это будет уже третье задание. То есть, по сути, половина пути. Замерзшая река. Нет, это... Да, действительно, здесь такая подземная река. Я думал, мы выберемся на... Получается, на поверхность, но нет. О, здесь йети ходит. Отвратный. Смотрите, как прикольно сделан лед, на котором стоит амазонка, и отражение, видите? Классно. Вы очень медленные, ребят. Максимально медлительные. То, что мне нужно. Так, давай расстреливаю их. Это, кстати, немножко другие усиленные. И плюс здесь... Да, здесь есть, короче, босс. Расстреливаю, пожалуйста. Так. Ну, хорошо. Это что такое упало? Прохода у нас нету. Давайте сюда пойдем. И здесь прохода нет. Ну ладно. Так, йети. Ну они, кстати, с трех ударов. В принципе, улетают. Ничего сложного нету. Да, не оглушают. Так, окружили. Ну иди сюда. Спасибо тебе. Сейчас бы опять пооткинулось, реально. Ну, вот такая большая группа, и все. Разобрались. Так что, видите, танк пока... Выдерживает. Тактика танка. Защиту взял. Так, вот он, островок. Расстреляй их. Бедных йети.
кстати. О, нифига себе, не воскрешает, получается. Вот эти скелеты, по-моему, они воскрешаются, да? Если их, конечно, не разбить. Трупу. Ледяные, они, конечно же, не воскреснут. Так, ну хорошо. Куда еще осталось пойти? Ну вот сюда вот. Здесь опять порция скелетов. Можно не отступать. Справлюсь и так. Где ж тут Аня? Я не знаю. Как она сюда добралась? Видите, они встают как бы опять заново. Эти скелеты. Слушайте, ну так и левелап тут можно заработать. Достаточно такие объемные локации. Очень много демонов. Что я могу сказать? Вот несколько часов играю, да, в этом эпизоде последний финальный. Он точно по итогу больше, чем преисподняя, который финальный классический эпизод. Видимо, финальный классический, они уже там, авторы, подустали к этому времени и решили, знаете, такое сделать более короткий. Здесь, вот этот эпизод, я думал, что еще вот две серии, в принципе, я справлюсь. Я не знаю, ребят. Такое ощущение, что сегодня мы только до Ани максимум дойдем. Это максимум. Так, опять скелетрон. Как же ты достал? О! Вот это бригада, конечно. Давай, я танкую, а ты расстреливай. Dream Team. Было бы прикольно, конечно, по сети поиграть. Когда-нибудь. Только на сложном уровне. Но это когда будут трансляции. Все туда, в эту сторону трансляции идет понемножечку, потихонечку. Немножко лениво, но идет. Что началось-то? Облава какая-то, смотрите. Какие-то элитные. Давайте дадим зелье. Неплохо, конечно, меня тут подкараулили. Легкий пояс, отлично. Супер вообще броня. Сокровище.
и здесь полностью исследовали. Где Шаня сидит? Во, журнал заданий. Спасите Аню. А где она? Ну, видимо, где-то здесь. Здесь же тупик, да, у нас. Здесь тупик. А здесь что? Так, скелетрон. Уже достал. Так, ну здесь понятно, мы здесь были. Значит, они где-то там впереди. Да, смотрите-ка. Очередная группа. Кстати, вот эти вот ребята, они еще более усилены. Ледяная бездна. О, здесь еще и босс. Ну, хорошо, что я на мостик встал. Они хотя бы по очереди идут. Морозище. Босса зовут. Вот и все, откис. Я не могу нести больше. Я не могу нести больше. Ну окей, не можешь, так не можешь. О, нифига себе, она тут. Просто, смотрите, ее заморозили. Ну вообще неправдоподобно, конечно, она вот тут откинулась. Это все не так. Если ты хочешь мне помочь, вся надежда на Малу. Прошу. Расскажи ей, что случилось. Так, но ей уже не помочь, да? Это все. Или зелье оттаивания какое-то сделает Мало. Поговорите с Малой. Они ли и так, наверное, свалят сейчас из города? Я так понимаю, правильно? Это какой-то злой маг получается. Так, ну-ка. Этот змей Нелья так подстроил пропажу Ани, а потом заморозил ее заклинанием. Держи, отнеси это зелье Ани и дай выпить. Тогда заклинание перестанет действовать. Ну, окей. Ладно, мы здесь еще немножко походим. Поговорите с Малой, чтобы получить награду. Немножко в этой локации-то походим, потом вернемся. Локация классная, мне очень понравилась. Реально интересная, самобытная. Подземная ледяная река. Я еще, кстати, вот здесь не был. Темновато, конечно, я для вас яркость повышу. Кстати говоря, я достаточно хорошо тут прокачался. 20% осталось всего лишь. Я предлагаю все-таки добить как минимум за сегодняшний видос эти 20% и стать на уровень посильнее. Так, ну скелетроны, как же вы мне достали? Я предлагаю уходить с этой локации, да, получается? Здесь больше ничего нету. Туда не пройдешь. Ну,
начале я еще кое-где, кстати, не был. Вот в этой стороне, например. А, ну здесь тоже тупик. Ладно, давайте тогда возвращаемся вот сюда вот. Где тут проход? Вот здесь. Потом... чуть выше. Нет, не сюда. Хотя, знаете что? Мне крайне любопытно, что у нас вот тут вот. Здесь как будто тоже проход есть. А, нет. Все, ну теперь ясно. С этой локацией все покончено. Теперь понятно, что сюжетно нам только вот сюда вот. Тогда идем. Здесь еще один проход есть. В самом конце пещеры. Нелия так интересно с города, получается, убежал, мне кажется. Такой получается предатель внутри города. Хотя, может, и не сбежал. Посмотрим. Так, ледовый ход. Посмотрим, что у нас здесь. В конечном итоге я, конечно, выйду на поверхность. Спасибо. Мощные ребята. Ну и кошмар. Ну, медлительные. Так. А вот этих ребят я не помню. У них есть такая дальняя атака, видите? Шипами, видимо, бьют. Только интересно, как они вот этот лед прорывают своими шипами. Ну ладно, это я уж придирки. В сторону игры высылаю. Этот проход точно ведет на поверхность, это уже 100%. Интересно, насколько он большой. Прикольно, смотрите, человек заморожен. Такие вот дополнительные элементы очень классные. Blizzard, конечно, сделали. Так, ну ты тут справишься? Я не могу нести больше. Потому что в оригинале, по-моему, не было, да, такого? А, ну нет, было, смотрите. Тоже замороженное такое тело, но все равно. Шкатулка, кстати говоря. И босс. Это мы куда-то зашли. О, ничего себе, они еще и контратаковать могут. Интересно. Щит упал. Готический. Ну, готический они же, по-моему, для... паладин. А, его еще нельзя починить. Ну, до свидания. Давайте посмотрим. Топорчик упал, да? Ну, если только на продажу, я вот сейчас его вот так вот возьму, допустим. Ну, и возьму на продажу. Это невозможно. Да понятно. Не могу. А, так у меня еще и лук, да? Ладно, топор, наверное, дороже, чем лук.
пойдем в другую сторону. Здесь уже тупик. Ну, логично, что они в основном у них акцент на урона льду. Ну, сопротивляемость льду у меня раскачана на максимуме. Поэтому все очень даже хорошо. Так, подожди-ка. Еще сюда не прошли. Эти скелетроны, конечно, могут запутать в том плане, потому что они постоянно воскрешают. Воскресают. Вот, и непонятно, был я на этой локации или не был. Давайте сюда пойдем. Здесь, кстати, достаточно большое количество, если что. Так, опять ледяные демоны. Кошмары. Ну, такие уж и кошмарные они. Вон они еще стоят. В ожидании. Тоже такая, знаете, запутанная, нелинейная локация. Так, окей. Здесь тупик. Здесь у нас что? Здесь надо немножко ноги сделать. Потому что многовато. Все равно справились. В целом. Еще немножко и левел ап. Давайте я все-таки ту часть закончу. Посмотрю. Так. Кстати, ключи, да? А, нет, не ключи. Мне ключи нужны. У меня что, не заканчивается? Я уже забыл про это. Карагате, видимо, никто не продает ключи. По крайней мере, я не видел. Так, ну еще чуть-чуть. Отлично. 32-й уровень. Руна. Кстати, как, никогда она мне не выпадала по названию, судя. Руна Дол какая-то. Интересно, что за руна? О, нифига себе, 25% вероятность обратить монстра в бегство при ударе. Броня. Эх, жалко, я немножко поторопился. Ну ладно, что поделать тут. Короче, классная руна, если что. Как раз таки нормально она будет во время прохождения Хэлла. А может и здесь
потребуется. Посмотрим, если мне что-то выпадет интересное. Это еще и с гнездами. А почему нет? Так, ну я хочу на следующую локацию уже выйти. На поверхность. Эти пещеры уже надоели, реально. Задача на сегодняшний видос — выйти на поверхность. Пусть опять поспят немножко. Так, ну здесь все обошли. Хорошо. Тогда возвращаемся обратно. Давайте-ка вот сюда вот пройдем тогда уже. Вот там, наверное, скорее всего, будет выход. Какую-то локацию. Нет, здесь будет портал. Прикольно, смотрите. А следующий будет чертоги боли. Угу. Интересно, вообще получается, что половина пути, да? Прошли. Хорошо, так. Ну, пока что я не прокачивал уровень. Под конец видоса это сделаю. Кстати говоря, вот, обратите внимание, как она быстро прокачивается. Амазонки быстрее прокачиваются. Парочку элитных бойцов, конечно, не помешают. Что уж тут. Пещеру скитальцев, между прочим, нам предлагает сходить. О, тут два выхода. Смотрите-ка. Оказывается, два выхода. Ну, тогда давайте на этом закончим. Сейчас я уже дойду, я не знаю, до какого-нибудь выхода другого. Сегодня хотел два задания сделать, но получилось, что сделал только одно. Морозную тундру. Ну вот, в общем, два пути получается. Мы активировали портал. Так что давайте-ка. Не могу. Оставим это на следующие видосы. Все исследуем. Здесь что хотел? Что хотел, что день хотел? Добрый. Продать за 1300 хотя бы. Починить за те же деньги. Обобрали. Так. 153. Угу. Ну, ничего интересного нету. 11, 10, 10. Да. Хорошо. Сейчас поговорим с бабулей. Посмотрим, где здесь Аня. Она вроде бы в город телепортировалась. И нужно посмотреть просто, где она тут сидит. Спасибо за возвращение, Аня. Чтобы тебя отблагодарить, я создала заклинание, которое защитит тебя от яда и магии. Знаю, это скромная награда, но, надеюсь, оно тебе поможет. Поговори с Аней. У нее для тебя срочные известия насчет Нильятака.
Окей, поговорю. Что ты там мне за зелье сделала? А, или она спасибо продает. Спасибо за возвращение. Подожди. Спасибо. Она что-то продавать, да, начала? Получается, или что-то мне сделала? Короче, я так и не понял. То ли она мне дала что-то зелье, ну, я не вижу никакого тут зелья. Ну, ладно. Так, а что ты что скажешь? Ледяная темница. Спасение Ани — благородный поступок. Ну, а то. Так, а ты да? Что у нас скажешь? Аня еще совсем молода, но вызывает уважение. Раз она снова с нами, я обязательно поговорю с ней о горе Ариат. И тебе тоже советую. Да окей. А. Ты у нас вот здесь, да? Доброе утро. Теперь мы все видим, что ты настоящий воин. Настали темные времена. Надеюсь, ты положишь конец царству разрушения, которое хочет создать Баал. Нашего совета старейшин больше нет. Среди погибших был и мой отец Авст. От полного отчаяния нас удерживает только надежда отомстить Баалу. Ну и? Благодарю тебя за спасение. В знак признательности прими от меня этот подарок. Я попросила Ларзука сделать это специально для тебя. Кстати, Нилья так сказал мне, что заключил сделку с Баалом, чтобы защитить Харрагат. Чтобы демон нас пощадил, этот бестолковый дурак собирается отдать Баалу реликвию древних, наш самый священный артефакт. С ней Баал сможет без помех войти в недры горы Ариат, и древние не попытаются его остановить. Я хотела помешать Нилья Таку, но он заточил меня в глыбе льда. Надо помешать Нильятаку, пока он не обрек весь мир на гибель. Хотелось бы мне задушить его собственными руками, да боюсь, не хватит сил. Пройди в его логово через мой портал. Убей его и верни реликвию древних. Не дай Нильятаку уничтожить то, что мы защищали веками. Ну, прикольно. То есть можно сюда зайти? Хорошо. Давайте посмотрим, что за шлем. Ну, прикольно, конечно, спасибо, но на продажу. А можешь торговать с тобой? Можно торговать. Ох, ничего себе, смотрите, какие у нее такие перчатки продаются. Она нам подарила, и мы продаем. Ну, 202 золота стоит. Ну, что это такое? Спасибо, конечно. На подарок не смотрит, но... Так. Ну, у меня хорошие, в принципе, 30 сопротивляемости. У меня вот эти перчатки, они просто делают так, что я теперь не боюсь больше льда. Так, ну прикольно, слушайте, в следующей серии можно сразу же пойти в портал, можно исследовать дальше вот эти ледяные пещеры, там аж два пути есть, это интересно тоже. Так, бабуля. Добрый, спасибо за возвращение, Ани. Чтобы тебя отблагодарить, я создала заклинание, которое защитит тебя. Ну ты это говорила. От яда и магии. Так и что? Надо инвентарь освободить, что ли, получается? Или в чем прикол? Спасибо за возврат. Это глюк какой-то или что? Ну, короче, я не знаю, в чем прикол. Спасибо за возвращение. Но ничего не происходит. Чтобы тебя отблагодарить, я создала заклинание, которое защитит тебя от яда и магии. Знаю, это скромная награда. Но надеюсь, оно тебе поможет. Поговори с Аней. У нее для тебя срочные известия насчет Нильятака. Ну ладно.
Давайте прокачаем характеристики. Обычно классическую железную кожу хочу, 10% к броне. Отлично. Ну и, конечно же, живучесть 388 стала. Замечательно. Ладно, в следующем видосе уже пойдем в портал храм Нелетака, следуем, получается, еще пещеры ледяные, вернемся. Я думаю, что еще два видоса будет по Диабло, и приступим к новой игре. Ну, развязка уже близка, интересно. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Пока-пока.